Взлетно-посадочная полоса авиабазы расположена в живописнейшем уголке Анапского района. Вдали от городской и пляжной суеты, окруженная горами, куда доносится легкий запах моря. Здесь оборудованы места для зрителей, площадка для осмотра моделей. Взлет разрешаю. Взлет произвел. Истребитель под рев двигателя уходит в небо. По сценарию на некоторое время небо из мирного превращается в арену для сражений. Бомбометание, полет с применением дымовых эффектов, воздушный бой, пуск ракет, вальс. Зрители не могли оторвать глаз от неба. Пилотирование радиоуправляемой модели – очень сложное искусство. Для того, чтобы выполнить свой первый полет, пилот изучает технику сборки модели, собирает ее. Так Эмиль Аблялимов долгими зимними вечерами собирал свой самолет «Экстра-300». А папа, как наставник и главный учитель, ему помогал. Эмиль увлекается авиамоделизмом 5 лет, с удовольствием выполняет фигуры высшего пилотажа. На это уходит не один там год, чтобы научиться хорошо летать. Нужно, некоторые люди летают и по 20 лет, и все равно осваивают какие-то новые фигуры высшего пилотажа. Вот этим можно заниматься всю жизнь, не только, не знаю, оттачивать мастерство. Как признаются участники, они часто собираются все вместе. Летают, общаются и просто занимаются любимым делом. Участники сегодняшнего мероприятия – это ребята, они как местные наши ребята, ездят приезжие. Владимир у нас, он приезжает в Геленджика. Вот. А Александр, он вообще у нас в Казани. Вот, то есть вот приехал, вот они все увлечены этим спортом. Пилотировали эти сложные технические создания укротители беспилотных самолетов, победители и лауреаты состязаний авиамодельного спорта. Многие модели, представленные в программе, сделаны руками авиамоделистов.